Всем привет, с вами Хайкерс, всем переиграем игру. Пили Up Box My Box. Начинаем. Это, я так понял, просто препятствие. Ее надо пройти. Да, этого портала нет. Нет. Или да. А, это не полоса препятствия, это просто предыстория типа. Все понял. Все почернело. Краб исчез. Так, а вот и игра. Управление немного странное, но да. Мы подобрали ключ. О! Управление очень неудобное. Хотя, в принципе, очень быстро привыкнешь. Ключ надо вот сюда поставить. Это обучение у нас. Но я знаю, как прыгать уже. Как бы там вначале объяснили. Ага, если бы не дошел бы до обучения, я бы не знал, что так можно делать. Ага, понял. На И мы выбираем коробку. Я понял. Все. Идем потом. Пойдемте дальше с коробкой нашей. Так, понял. Ага. Ой. 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 А, я понял. Ну вот и все. Так, коробку, наверное, заберем с собой. Может пригодится. Такс. Так, оставь. Ой. Да ё-моё, не ту нажимаю кнопку, все. Вот, прыжок.
Ну все. Обучение пройдено, я понял. Вперед! Проходить уже игру сам. Так. Это магазин скинов. Не странно. Не надо мне никуда реводить. Так, возьмем. Ну ладно, черту эту штуку. Так, взяли. Вперед. Ой. Не, да блин. Управление очень неудобное, прям тяжело управляется игра. Опять второй раз. Прыжок. Сейчас не прыгнул. Опять не прыгнул. А, второй раз не прыгнул. Какого черта, когда я нажимаю прыжок, он не прыгает? Вот ненавижу такое в играх. Ключа приперся, да. Ну ё-моё, и опять не прыгнул. Такс. Отлично, коробка наконец-то. Подобрал какую-то штуковину. Возьми ее. Такс. Вот тут что, спрятали, нет? А, просто коробка. Не надо падать. Ну все, пошли дальше. Да возьмись и поставься сюда. Взяли еще одну такую фигню. Что-то пока не вижу никаких ключей вообще. Ни одного еще не нашел. Да ё-моё, не туда. Выйди. Такс. Сюда сходим. Ага, здесь я еще не был.
Так, там невидимая стена. Компаньон куб. Отсылка. А где мой куб? Который компаньон. О, а вот и еще одно задание. Так, мне надо 400 кубов собрать. И вот 12 этих кругляшков. Понял. Или подождите-ка. Я же войти должен, нет? Такс. Чтоб открыть, нам надо 4 куба. Ну или 3. Хотя нет, скорее всего 4. Так, теперь сюда. Бери. Пошли. Ну-ка. Ага, нам надо 4 все-таки кубика. А, вот он. Че, я его не взял? Не заметил. О нет, это ж лягушка. А еще с ней можно поговорить. Нам нечего говорить с лягушками. Хотя, ну пошли поговорим. Ну чё, лягушка? Так. Надо 4 лягушки ей найти. Разного цвета. Красный, там зеленый, синий. Так, здесь закрыто. И здесь закрыто. Так, чуть не упали. Здесь тоже все закрыто. Тогда пойдем налево, там хоть что-то есть. Открытая хотя бы. Убились. Отлично. Камера, пожалуйста, настройся. Ничего я не вижу. Похоже, там ничего нету, поэтому и ничего я не вижу. Такс. А вот лягушка, которую мне надо найти. Спасибо, я понял. Я тоже это понял. Все, я подобрал одну из лягушек. Не допрыгиваем. Так, если я его попытаюсь в него попасть, то я... Да блин, запрыгни. Не, это так не работает. Ну ладно, к черту тогда эту штуку. Буду я на нее еще время тратить. А, я ж могу и обе взять. Все, пошли кубики.
Вперед, кубики. А, они не нужны. А. Ну-ка, возьмем кубики. Почему не ставится на 3 в ряд? Угу, тебе поставилось. Так это сетку убирает. Угу. Заберем эту штуковину. Упали. Так, разберись, пожалуйста. Возьмись верхней, пожалуйста, только. Ну ладно. Ой. Где ж мне еще кубик взять? Я не знаю, потому что как они разбираются. Нет, это реролл. Мне не надо реролл убить. Угу. Так, куда трамплин-то делся? Так, вон трамплин. Больше не исчезай, трамплин. Возьмите, пожалуйста. Так, вот так вот. Ну все. Ты здесь тогда, получается, уже и не нужен. Вот я и раздобыл кубик. Ну ладно, смысл игры понятен. Всем спасибо за просмотр, с вами был Хайкрос, всем удачи и всем пока.